Это черновой вариант той самой картины, которую Тамара отправила на конкурс. Принять участие в нем девочка захотела сама. Говорит, театр и музыка – ее любимые увлечения. Поэтому что будет рисовать, знала заранее. В голову пришло, чтобы балерины рисовать. Я сначала карандашом нарисовала, потом уже в масле нарисовала. Начала с туловища, потому что могла испортить. Потом уже все остальное. Все остальное – пачка, пуанты и прическа. Тамара рассказывает, девочку-балерину срисовала себя и своих подружек. Я хотела нарисовать пуанты, но, оказывается, они несложные были, поэтому я нарисовала обычные балетки. Потом взяла, так нарисовала платье, как она выступает на сцене. И вот я нарисовала гульки, как у нас делают. Как шпильки там. Поэтому я решила вот сделать такую балерину. Картину Тамара рисовала вот этими красками. Они очень яркие и быстро сохнут, рассказывает девочка. Я очень как бы люблю красками рисовать, чем карандашом. Я и рисую и пальцами, и кисточкой. Принимать участие в конкурсах для маленькой художницы – привычное дело, говорит мама девочки. Свое первое призовое место Тамара заняла в 3 года, поэтому из Чехии ждали только положительный результат. Мы получили смс-ку, что наша Тома в интернете выставлена как победительница. Поэтому нам было это очень приятно. И грамота – это тоже огромный подарок для нас, тем более на таком уровне и с такого количества людей, которые принимают участие. На этом Тамара останавливаться не собирается. Сейчас в планах художницы новый конкурс. Заявку на участие в нем девочка уже отправила. Анна Дубровна, Георгий Жилич, «Панорама».